Что вы можете сказать про этот прекрасный день, ребят? Могу сказать только одно, что он больше не повторится. Почему? Ну, потому что такая красота бывает редко. Редко? Угу. Что в это время года такая теплынь, такой лес, такая красотища кругом. Так. В этой красоте только не хватает одного. Кого? России и Миры. Наших девочек. Это двух уже. Ну, это одно целое. Я думал, ты скажешь выпить. А выпить у нас всегда есть. Ну, это правда. И что мы делаем с большим удовольствием. Да. Тёмочка, мне два слова хочу добавить, что такой осени роскошной в моей жизни никогда не было. Это первая в моей жизни такая красивая, настоящая золотая осень. Ковидная, первый раз. Ковидная осень, но теплая. Тёмочка, вот это посмотри, это место. Это вообще какое-то уникальное. Да. Запредельная красота. Нам очень нравится день роскошный. Теплынь, запах, воздух, свет. Не хочется уходить. А вот еще цветочки. Цветочки вот у мамы. Главное, Артём, что мы все ощущаем запах. Цветочка? Запах воздуха. На меня попадали клопы. Я такой чувствую запах давленных яблок, думаю. Так, что-то лес не тёт теперь. А я думал, что ты чувствуешь, как Филя отложил личинку такую. Нет, то запах я ни с чем не спутаю. Вот так вот у нас красота, ребята. Закружила нас осень в своем танце. Да. Я сегодня впервые в жизни видела лесной листопад. Это неописуемое зрелище. Листопад лесной? Да, лесной листопад. Ну вот ты стоишь, и все листья на тебя летят, их так много, вот как будто зимой. Особенно, когда лесник рядом. Такой листопад. Красиво было? Я когда с ним прощалась, он мне говорит, я говорю, спасибо вам большое за все хорошее. А он говорит, заходи, если что. А, да? А ты сказала, если что? Грибов я даст? Я сказал, если что, грибков поел. Заходи, если что. А ты поплыла сразу, отстала уже. Не, такая, хвост распушила. Не, я просто привыкла распушила. К удобным предложениям. Не привыкла к неудобным? Привыкла. А кто еще предлагал? Не реагирую. Все мужчины. Хачик, который продавал помидоры. Все мужчины. Заходи, если что. Вот так мы и гуляем тут. По тайге и джунглям. Балдеж словами не передать. Летом не видно бурелома. А сейчас листики упали, просто кошмар какой-то. Посмотри, сколько лес заваленный весь. Да. К сожалению, это так. К сожалению, это так. Но если учесть, как это нам сказал, что здесь 75 лет назад, не 70, в 41 году здесь была линия обороны Москвы, и тут леса этого не было. А вокруг нас везде окопы. Везде. Блиндажи. Блиндажи? Будем играться в войнушки. Не надо. Филя, пошли. Не дай бог. Филя, пошли. Дедушка Вова. Сказала, не пошли. Дедушка Вова, Филя. Филя, где дедушка Вова? Филя. Иди догоняй. Иди догоняй дедушку Вову. Иди дедушке Вове, иди. Иди сюда, Филя. Нет, он папе.